Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Продолжаем цикл передач про готовку. Короткие рецепты от Green Chef. Сегодня будем готовить вот такой вот рецепт. Кумин спайсед стейк. Вот очень блюдо выглядит аппетитно, мясное. И в том числе здесь у нас овощи. Вот. Половина ингредиентов я уже приготовил. Готовки. Значит, я приготовил, уже промыл мясо, порезал мелко петрушку. Сейчас будем измельчать вот эти вот корнфлексы, кукурузные хлопья, они тоже присутствуют в рецепте. Есть у нас вот такой вот порезанный сыр для заправки и вот такие вот приправы. Кумин. Дальше у нас есть кремовая основа с грибами. Заправка для салата бальзамическая на уксусе. Ну и, соответственно, чеснок и лук. Предварительно было порезано две картошки. И они у нас сейчас варятся мелкими кубиками. Ждут своего часа. Потом добавим их, положим сюда вот в эту плошку, смешаем с петрушкой и немножко сбрызнем маслом. Добавим соль и перца по вкусу, а потом вот эту полученную смесь уже будем добавлять картошки во время тушения. Добавили мы чесночок с луком. Сейчас быстренько обжарим 3 минутки. Картошка уже готова. Сейчас нужно будет слить воду и бросить ее сюда. Потом добавить кремовую основу и тушить. А пока все это будет тушиться, я займусь непосредственно уже стейками мясом. Так. Так. Добавляем кремовую основу. Сейчас будем все перемешивать и тушить. Да. Немножко нужно будет воды добавить. Немножко потушили, добавляем чуть-чуть маслица оливкового. Сейчас добавим туда же сыр и вот эту смесь кукурузных хлопьев с петрушкой, которую мы еще сбрызнули маслом, и поставим дальше тушиться. Практически близок к завершению. Сейчас обжарим вот эти стейки, которые потом порежем. Картошка уже готова, и пока все будет происходить, я подготовлю сейчас салат. И да, заправляем
Нудель с заправочкой на основе бальзамического уксуса. Такая итальянская по запаху заправочка. С травами. Аппетитно очень пахнет. Осталось только размешать и уже сервировать. Да, стейки готовы. Сейчас их нужно будет порезать кусочками длинными. И все, блюдо сервировать. Пришел главный мясоед. Как только Лиза увидела, что есть мясо присутствует в рецепте, она сразу прискочила, бросила свои игрушки, взяла ложку и пришла. Да, сейчас будет мясо. Сейчас будет мясо. Ну как? Да? На, держи картошку. Вот так. Рецепт удался, да? Однозначно. Ну, у меня в полном размере, потому что Лизы салат есть не будет. Ну, а я все сделал салатиком.